Все, погнали. Если Фрог выбрал Фрога, то у него будет танковый шлем. Маклауд, просьба, сделай мне, короче, в этой миссии камуфляж коробки из-под холодильника. Я тупо из нее дульца буду высовывать. Закрывающейся крышкой? Да. Все, подымай. Под холодильник закрыл. А то белка-то меня за коробками увидел, я сам хочу быть коробкой. И напишем Ависом 2000. Шикарно. Шикарно 2000. Шикарно. Awesome O. Коробка с жирчиком и пяни. А мне тогда текстуры с покрышками. У Григора 38 мегабайт осталось, подождете? Нет, что мы сейчас это закачаешь. Мы уже поехали. Но мы быстро, мы сейчас подохнем по-бырому, не волнуйся. Сейчас, в общем, быстренько друг друга перевалили, и все, нас как тут ждет. Сейчас мы загрузились, сразу друг дружку стреляем, последний убегает на улицу и ждет. Не, последний сгорает на бочке. А зачем? Можно гранату кинуть. Сейчас нас как детишек быстренько. Просто самоубийство — это грех, как бы, да? То есть лучше дождаться, чтобы тебя другие завалили. Обоюдное. Угу. А убийство тоже грех? Не настолько страшный. Я знаю, он твой автор. Убийство — это как бы, да, грех. А самоубийство — это плевок в лицо создателя, да? А если орёшь Аллах Акбар и подрываешься, то уже нормально. А, тогда к Аллаху попадаешь, все нормально. Так, частота. Частоты сбиваются, суки мои, у нас... На карте сразу пишем и все. Мы один раз изменили частоту, она не сбивалась больше. Туже. Берем туже, что в прошлый раз, все. 155. Она стоит у меня. О, да, Исака, это классно. Я в прошлой миссии. Если она стоит, ее тяну переназначь, а то она собьется. Раз, два, три, 155, частота. А у вас айс такие же с железным прикладом? Да. Мы когда в заложников играли, я с таким же автоматом бегал. А я... Ява! Не высовывайся сильно, если... Ты вертолет слышишь, тут же внутрь. А я люблю АК-17. Принял. АК-12 и АК-17. Я вообще советую пока не вылезать на улицу. Вообще никто не вылазит на улицу в окна. Так, там... я сижу, мониторю лестницу на первый этаж, на втором этаже за мешками сижу. Фрог, ты лучше вот возьми и встань сюда, вот где я стою, вот сюда. Я вот. Бэтл едет. Да. Ты, если вертушки не будет, ляжешь напротив лестницы просто. Встань, стой в окно, чтобы они к лестнице не подходили, тебя все равно не убьют. Понял как? Увидел, где я лежал обычно? Да. Вот тут, вот возле окон, просто ляжешь и смотришь на лестницу, все, и больше никуда не шевелишься. Свостока, что ли, Бэтл едет? Верт, слышно или нет? Да, я понял, Восток через окно, так что я предупрежу. Я на первом этаже в комнате. Я под лестницей. Так, я на втором пока в мешках. Не высовывайся лучше, Восток. Я просто смотрю. Окей. Скинь режим, все 200 метров поставь. За коробочками мне что-то уже не хочется прятаться. Васёк, спрячься где-нибудь. Ну они вертушку вряд ли возьмут. Mm-mm. Возьмут. А белка у нас где? Белка у нас не у нас. Как не у нас? Не у нас, а в другой команде. А, отлично. Да, точно, они сейчас пойдут в стелс. Да-да-да, поэтому на лестнице уж говорю. Охуелс. Со второго этажа кто-нибудь мониторит вход центральный? Я. Все, смотри тогда. Я пока жопку смотрю через окна. Белыч, видимо, возьмет снайперку и будет отстреливать нас. Так, поэтому не вылезаем на крышу, и все будет хорошо. Он опять, небось, пошел на ту сторону реки. Да не пойдет он сейчас. На горку, что ли? А он, да, он там на холме в лесу ложится и стреляет. Там же 600 метров, даже больше. Как бы не 800. Ты ему это скажи.
Он же четкий снипер. Если вертушки нет, то имеет смысл, кстати, кому-то с пулеметом лечь на крыше вдоль прохода. А там даже с пулеметом не обязательно, там, блин, башка поднимается, две пульки и все. Ну не важно, кому-нибудь, но это только в случае, если нет вертушки, а как только вертушка, это да, смерть. Я весь сказал. Да, я принял все. Только я выбегаешь и сразу ложишься, то есть там не сидишь, не стоишь. Да-да-да, там как раз белка простреливает немножко. Понял. Если ляжет и будет лежать постоянно, снайпер его не видит. Понял. Да там и даже если ползать, тоже не видно, просто надо сразу ложиться на выходе. Никто от памятника не наблюдает подхода, нет? Нет, я наблюдаю восточную часть, как раз вот как мы, помнишь, шли через дверной, этот, через, ну, арку. Угу. Я западную часть наблюдаю, там, где развалины забора. А я дома. Памятник не вижу, потому что бочка эта дымит, черт побери, ни хрена не видно. Омут видит памятник, наблюдаю юго-западную часть через стеклышко. Все, прям на север смотрю. Кстати, у меня почему-то дыма нет. Какие у текстур минимальные? У меня на высоком все стоит. Блин, не потроллить. А у меня на минимальной текстуре, я вижу, да. Вертушка. Я вытекай. Принял. Мы не выходили. Я вот не, ну понятно, просто на всякий случай, чтобы все внутри тогда сидели. А назад? Я вот в комнатку забежи и там можешь через окно смотреть. На восток полетели. А сейчас будут кружить. Ты вообще им чокнулся сейчас. Со снайперкой. А где вертушка, кстати? Вертушка сзади школы. С тыла, что ли, стреляет? На вертушку сзади. С вертушки стреляет. Проходом тоже не подходите. О, вот смотри, в спину могут убить сзади. Так, все. На стартушке, на макушке. Присяд лучше. Нет, это вертушка сверху вниз бьет по проходу. Трасса под углом.
Тут рикошетом тоже убивают. У нас... Ладно, я мониторю лестницу на востоке. Так, товарищи, а у нас потери. Кто? Икстаун зашибло стулом. Блядь, да что ж такое? Где он был? О, пацаны, там обычно стоял. На втором этаже. Поднимаюсь на его место. Они на крыше. Поднялись они. Готовьтесь все. Так, я слышу их переговоры. Минус. Сколько-то там? Подорвались. На растяжке? Угу. Васёк, прикроешь спину, я через мешки посмотрю. Ты не увидишь там никого, не надо. Я уже увидел одного. Не надо, не лезь. Второй лезет, один сдох, валяется на бордюрчик. Второй залезает. Все понятно. Пусть кроет, жди тут, присядь и жди. Ява, сиди там в комнатке. Принял. Кому, ты сечу гранату туда кидай прям на вход. У меня нет гранат. У меня есть. Центральный вход мониторит. Аналогично. Васёк, я могу тебя ПГ шмонить, если ты мне вылетишь. Нет, ты тут умрёшь, я тоже. Бьётесь, от РПГ тут убиваются. Сильно мало. Гранат. Я не понял, откуда он. Ранили гранатой, откуда меня ранили? Откуда он гранат? Она же рванула. Так, ты живой? Тебя полечить? Да, живой. Ну класс, у них еще и гранаты теперь боевые есть. А вроде не говоришь через них. Ну а вот видишь. Не, вообще не... Третий этаж, ответьте. Все нормально, все нормально. Вместе. Минута. Поднимусь на третий этаж, обойду их через второй. На крыше могут быть контакты. Там вертушка с пулеметом. Кто на мине подорвался? Прием. Они. Мина на втором этаже сработала. Кто гранату бросает? Ява кидает. Ява, ты так не кидай, а то она может вниз упасть. Она упала, она на втором этаже рванула. Понял, ребят. Кто у нас в левом крыле на втором этаже сидит? Я.
смотри там, чтобы через второй не зашли. Я как раз вдоль коридора. Я прикрываю эту комнату, которая напротив входа. Граната. Дым. Дым на третий этаж пошел. Держим. Кто стоит? Моя граната. Кто прицел лезет? Если будет флаф, я все равно стреляю одиночными хотя бы. Главное сейчас никто не бегать. Слева. Где-то тварь. Вертушка, вертушка, блин. Принято. Этаж, кажется, снаружи, снаружи стоит. На второй... Второй этаж. Второй этаж, они на улице. Что это было? Алло, Хуакбара, блядь. Блядь, что это было, нахуй? Это суицид. А что было? Вы вертолет уронили на крышу, блин, братья-пилоты, ё-моё. Я, блядь, его притирал прям, блядь, по миллиметру. Да, Маклауд, я говорю, реалистичное правление поставь, он дёрганный, блядь. Не говори, ерунды, я всё нормально сделал. А кто меня только что убил, я не понял. Вертолет. А, понял, задушил вас. Я его вертолетом убил? Да. Он был на третьем, его через крышу. Какой-то бред, ёпт. Маклауд. Из-за этого вертолета у меня FF было два. Я как по фотографии. Ты что, тут нереалистичное управление стоит, Маклауд? У меня на сервере стоит... Опа, минус, кто это был? Опа, кто-то умер. Блин, Омут умер. Я в текстуре повесился. У нас два человека умерло в текстурах. Это не в текстуре, это от вертолета, он через крышу прожигает. Да? Жесть. Я смотрю, что-то я убил. Школа Стивена Кинга, блядь. Как я его убил? А меня стул убил. Да, увидели. Жидкий стул. От запаха умер. Зачем, ребята, нюхать растворитель и бабки отдавать за нашу? Тихо. Ко мне вы лучше завтра приходите. Бесплатный способ кайфа покажу, жидкий стул. Маклауд, кто это поет? Короче, группа вы носом, походу, об эту хуйню ударились, и он разбился. И чё, и всё, блядь, об угол, блядь? Да? Лыжей. Это же арма, ебануться, блядь. Так... Это же арма, сынок. Так я говорю, я сажусь на Little Bird, идеально. Хьюик может вообще, сука, со 150 км в час на лыжах проскользить, и ни царапин на нем не будет. А тут даже если ты еле-еле, еле-еле летишь. Пожарище. Еле летишь, и бабамс, нахуй, он взрывается на ровном месте. Смотрите, шестерка на дороге стоит. Короче, группа «Водопад» называется. Где? Шестерка на дороге. Мину обезвредил. А, точняк. Цикорий у нас. Да, Цикорий с собой обезвредил весь. А на втором этаже кто? Своим телом. Я расчистил им врага. Фро, блин, дай задамажа нашей. А чё он бегает-то, блядь? Так. Ёб твою мать. Фрок, ты как водит? Фрок, как ты? Блядь, глючный гад, сука. Убийца, террорист. Стоп, теперь все замолчали и внимательно слушайте меня. Раз и навсегда. На мне проверено 5 раз, короче. Лёжа
сидя и даже стоя боком, вообще никогда в жизни не проходить. Проходы проходятся стоя дулом вперед автомата, то есть вперед, перед собой прямо. Иначе все, пизда, сдохните. Никак не, иначе, ну, не высовываться, ни ползком. Я только что ползком, даже дулом вперед попробовал выползти, убило нахуй об стул. Что-то так я что... не понял ничего. Ничего, да потому что этот дом нам мстит. Дом тысячи трупов. А кого я там, кстати, убил на входе на второй этаж? Колда, Колда убил. Сначала посмотри, главное, через стекло друг на друга смотрим. Стоп, так сейчас было двое оставалось. Так, домами убил. Сквозь крышу вертолетом каким-то... Одного убило вертолетом сквозь крышу, второго прожгло сквозь крышу, а третий в ходе умер. Вот так вот. Вертолет-то, главное, разбился. У нас четверо, короче, умерли. Я не увидел. Меня убил Сергей. Да он сквозь дверь выглядывал. В двери выглядывал. Боком нахуй. Прям как раз на Фрога вид перевел, он такой выглядывает и закопытился, блядь. А я тоже выползал из...